скором времени лидерами проекта системы межведомственного электронного взаимодействия «Тундук» в стране заработает автоматическая система получения справок. Это облегчит работу всей предпринимательской среды страны. Отметим, что руководители системы «Тундук» побывали на конференции в Эстонии, где получили новые знания, которые можно применить в нашей стране. Руководители работы над системой межведомственного электронного взаимодействия «Тундук» подали заявку на участие в крупной международной конференции под названием «Электронное управление. Схожие цели и разные пути», которая проходила в Таллине. Наши соотечественники хотели выступить там с докладом о внедрении в нашей стране системы «Тундук». Мы даже не знали, что там будет система награждения. Просто хотели побывать на конференции, получить знания и поделиться своим опытом, рассказывает Нурия Кутнаева. Был вечер, посвященный открытию конференции. Нас усадили, и где-то за 5 минут до церемонии награждения подошли организаторы и сказали о том, что вы не беспокойтесь, но вам нужно будет сейчас выступить в течение 5 минут. На мой вопрос, почему я должна выступать, сказали, что вот как раз-таки вы награждены, ваша страна награждена за внедрение электронного управления, и в связи с этим необходимо будет выступить. Организаторы конференции единогласно приняли решение присудить награду Кыргызской республике за самое настойчивое внедрение системы обмена данными «Тундук» и продвижение электронного управления. Нурия Кутнаева рассказывает, что это победа не только их команды, но также всей страны и руководства республики. Очень приятно за Кыргызстан, за нашу команду, за то, что государственные органы, ведь это не только наша победа, понимаете, это не только победа нашей команды, хотя мы очень много работали для того, чтобы претворить в жизнь систему «Тундук», но это также и командная работа и всего правительства, и государственных органов. Мы очень рады, что государственные органы смогли вот в такое короткое время, то есть за 1 год, объединиться и подключиться к системе «Тундук». Те достижения, которых достигло предприятие сейчас, это только первый этап. Следующим этапом планируется внедрение информационной системы и ведение базы данных. Также планируется сделать автоматическую систему получения справок в течение года. То есть необходимость предоставлять традиционные справки отпадает. Все будет в электронной базе данных. Также планируется привлечение бизнес-сферы для работы в этой системе, что облегчит работу всей предпринимательской среды страны. В ближайший, значит, год мы планируем около 20 справок исключить. Ну, хотя и кажется, что 20 справок – это очень мало, но в объемах это 100-тысячные объемы, да? То есть это больше 1 000 000 бумаг будет исключено из взаимоотношений гражданина и государственного органа. А следующий этап – это также привлечение бизнеса в эту деятельность, потому что бизнес тоже оказывает определенные услуги для наших граждан, например, выдача кредитов каких-то определенных, выдача ипотек, да. Система межведомственного электронного взаимодействия «Тундук» основана на эстонской системе межведомственного взаимодействия X-Road. Решение о вручении награды за внедрение системы «Тундук» было принято единогласно в связи с достижением впечатляющих результатов. За год к системе технически подключены 53 министерства. Производится обмен данными между 19 госорганами по 31 информационным системам. Алина Хайдаршина, Кенжебек Максатулу, «Пирамида».